Какую игру? Уже не помню, что здесь происходит. Там на каком-то корабле. Да? Чё-то надо. Чё-то. Я забыл, как они тут. Вот что-то тут, да? Да, вот. Окей. Играть-то, блядь. Так, уже там что? Он на триггер. Достаточно далеко прошли. Скоро уже, возможно, будет финал. Чё это? Чё, надо драться, походу. Эй, вы! Здорово. Есть курить. Нормально, нас кулака ему ужарило. Да, блин, поменяй. А она только одна, что ли, может атаковать? Больше никто не может? Охеренно. Огонь. То есть у них нет оружия, они не могут вообще никаких действий делать. Получил свои вещи обратно. Ой, слушай, прям вообще нормас. Окей. Давай экипироваться, ну. Не понял. Я получил вещи назад-то или нет? Че, блядь? Получил вещи назад для одного персонажа, что ли? Что? Че происходит-то? В смысле? Мне только что написали, получил вещи назад, а я в итоге их не получил. Это странно. Ну ладно. Есть курить. Эй, вы. А чего у вас так много-то? Они только ее, что ли, атакуют? Что за приколы? Я тупо ее даже полечить не могу еще. Во время боя. Сама должна лечить себя. А если бы у меня не было никого атакующего, я бы что делал-то, блин? Такая странная игра. Только она получает звезды. Только она получает опыт. Охерительно. Что тут как-то все замудрено. Я тебя понял. Угу. О, еще сундук. Больше сундуков, давай. Эй, ой, здорово. Опыта 1131 опыта. Хера себе. Вернули деньги. Сколько денег вернули? А какие вещи ты я вернул, получается? Что-то я как бы только есть, что ли, вернулись вещи или что? Что-то бред какой-то. Идем в каждую комнату. Ищем сундуки. Потрясающе.
пока не найдем. Так, вот его лучше давай. Блять, а то он что-то какой-то больно опасный. Да ладно, в смысле? В прошлый раз я его ударил, он умер сразу. Блять. Не того, ну ладно. Чё так больно-то, алё? Дохни. Спасибо. Так, это... Начальная локация. Где мы оказались? В тюрячке, короче, мы оказались. Споймали. Надо его полечить, а то, блядь, убьют еще. Дай бог. А как я его полечу? Ее вообще можно получить такой, хоть как-то? Можно вроде. Нихера там 999 полечило. О! Сундук, хорошо. Давай. Байт. Фрог получил свои вещи обратно. Все, блять. Нахуй сейчас. Ёпте. Фрог получил свои вещи назад. Экипировались назад прям сразу. Да вообще нормально. Теперь двое могут атаковать, отлично. Так, ну-ка давай. Поцелуй слиз. Удар пузыря. Это что такое? Такой-то вообще. Это парный удар, что какие-то? Сквозь слиз. Устанавливает жизнь, состояние всех. Жизнь? А. 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 Окей. Это, наверное, много устанавливает. Удар пузыря. Хорошо. Не знаю, стоит сюда заходить или нет. Пойдем еще выше. Плюс вот эти все проходы по потолку, они, скорее всего, ведут куда-то, куда-то везде. Здесь. Шарм. Шарм? Кого такой шарм? Что делает шарм? Шармирует. Украсть врага предмет. Шарм. Сейчас в милицию позвоню, там скажут, что это называется воровство. Как хочешь, блядь, шарм. Зашел сегодня в магазин, шармил там. Шармил телевизор 42-дюймовый, блядь. Окей. Блядь, меч какой-то имбовый. Почти все время бьет. Два раза. Пускай там будут вещи Марли. Давай. Вернули вещи. Какие вещи вернули? Найс. Вернулось все практически. Кроме, наверное, да? Не, ну я могу так пока обходить.
Потому что это не те вещи, которые она носит. Так, подожди. Что-то этот кабут дальше. Спыли. Я просто потом перекипироваться не хочу. Еще найдем этот последний сундук. Уже в каком-то веке попалась игра с адекватными врагами. Ну, в том плане, что, ну... Знаешь, как обычно, когда у тебя вещи все забирают, короче, они потом лежат все в одном месте, знаешь, в одном чемодане. Просто все твои вещи в одном чемодане лежат. Такое, а это безопасно? Ну, для врага так делать. Положить все вещи в одно место. Здесь как-то оно, знаешь, в разных местах. Враги умные. Чуть-чуть. Где был уж? Вот тут. Дорогу назад. Локацию не совсем понимаю. Слишком много лестниц, слишком мало лестниц. Одновременно, короче. Тут и много лестниц, и мало. То есть, вот, к примеру, вот тут вот. Вот куда это ведет? Мы еще не все вещи вернули. Вернемся, окей. Хорошо. Будем знать, что нам сюда. Вот здесь лестница, куда она ведет. Куда-нибудь запрятали, пойди хер пойми. Ну что, давай сделаем так. Я экипирую только вот лук. Ну мы реально, мы тут были. Это начало. Может быть, что где-то внизу. А я не могу вниз спуститься. А как мне вниз спуститься? Здесь есть проход. Так, кстати, я тут не был. Тут вроде ничего и нет. Не, я тут был, но... О, еще одна игра с презентацией. Да-да-да. Стопудово. Надо шарм двух. Очень сильное какое-то ворование, блядь. Как-то вниз пробежать. Эй, вы! Чего? Кто это сказал?
Думаю, он даже не имеет представления об истинном значении эпохи. Он переделывает эпоху. Уделите им особое внимание. Это будет мой корабль Небесный Трон. Теперь мир принадлежит мне. Ба! Ну, пока я приду, ты не переживай. Ты не переживай, я сейчас спущусь, подожди. Сейчас обсудим с тобой вопрос по поводу этих всех. Блять, серьезно? Как так вышло? Я шел вниз, оказался наверху. Это как, блядь, так вышло? Ага. Куда мы идем, не нужны дороги? Ты что, назад в будущее 2 посмотрел? Рядом с эскалатором смена кнопка управления. А, смотри, действительно, блядь, работает. А я что-то об этом даже не подумал. Я думал, это просто... Ну ладно, окей. Ладно, окей, бан. Так, окей. А вниз? Ты не можешь. Ты не можешь. Ты не можешь забанить себя. Нет, ты, блядь, серьезно игра. А где я не был-то? То есть где-то есть дверь, в которую я не вошел. Где она? Души не знаю. Я ровно в самый-самый низ. Так, в самый-самый низ. Окей. Нужно в решеточки смотреть. Окей, с кем мы тут были? Это вообще ведет, понятно, это к решетке. И это куда? Это после первого эскалатора. Куда это? В левую дверь. Тут мы были. Хорошо, выше. Это куда? А тут только поворот вправо есть. Это наша тюрьма, да? А это куда ведет? Понял. Может быть такое, что в комнатах у некоторых есть такая что штука. Там, короче, этот там обрубок лестницы висит. Значит, можно залезть. Что-то я это просто пропустил. Всякие будут проверять все. Здесь не похоже, что здесь что-то есть выше. А там нету вот здесь.
как-то не работает, понял? Проверил? Не уверен. О! Мне нужно сюда. Наконец-то! Так, лук поменять... А, оно уже само поменялось. Потрясающе. Окей. Подъем! Хуль ты? Че, думаешь, я тебя в живых, что ли, оставлю? Так, мы сейчас, подожди, это... Лечение двух сделаем. Окей. До свидания. Наконец-то получили все. Но давай еще походим. Я мог что-нибудь пропустить еще. Сюда. И это последний этаж, да? По идее. Я думал, мне показалось, что что-то блестит. Таб магии. Секретненько. Так, ну что тогда, давай вылезай. Об магии. Тут в какой двери? Не в этой или в этой? Я, наверное, в этой. Ну-ка, куда это? Не, подожди, не, не здесь. Ты заебал. Здесь? Здесь. Ну-ка, проверка. Теперь все му... Сохраниться может. Давай сохранимся. Это что-то как-то сдувает. Стремненько дэшечку. Сохраняемся и погнали отсюда к чертовой бабушке. Угу. Так, сюда. Все сюда. Я хз, эти штуки, что они делают? Воу! Я здесь вверх не могу. Блять. Проблемка.
летели вверх. Кто-то приближается? Вверх, сука, что лети, происходит? Куда-нибудь лети, сука, лети, вниз лети, вверх лети, сука, лети, вверх, вниз лети, везде. Ой, лети, блять. Сука, лети. Ты че, жесткий? Плевал я на вас? Че, блять? Удар глыбы. Ну-ка. Ебать, вот это было больно. Удар глыбы. Еще хочу. Удар глыбы, давай. А пузырь больно его убьет? Понял. Давай быстрее, ты ебать. Удар глыбы. И... наводнение. Давай так. Глыба очень хорошо работает, прям нравится. Наводнение. 386, окей. Чуть больше. Так, а себе без магии попробую, ну-ка. Фе. А он что, что-то уже кастанул, что ли, или что? Ох, еба! Чё-то мне показалось, у него был голем босс 3. Было. Ну. Теперь опять 5. Ещё 700. Ну-ка, секундочку. Вода маны. Вода маны? Фляжка маны. Сюда накинь. 30. А, это какой-то стёб босс, что ли, не пойму. Получается. Типа он такой-то. Ща будет атака? Не, не будет. Передумал я. Ну нахер. На-ка. Бщ. А-а-а, мне страшно. Чего? Какой-то странный босс. Вообще не надо было ничего тратить на него. Просто бить его, блядь, обычными атаками. Чё-то, по-моему, он меня вообще не бьет. Дед. Странный какой-то босс. Элла не сдается. Ха-ха-ха. Он готов. Я доделаю его. А чё, он слон был? Или ты просто его перекрасил? Ну, узрите всю красоту этих крыльев, отныне это королевский трон. Нарекаю тебя. Имперский Айрдалтон. Они ощутят на себе все мое могущество. Вперед, имперский Айрдалтон. Нет, 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 нет. Остановите музыку! Чего? Ха-ха! Начинается. Подготовка к взлету. Ставите музыку. Смотрите, они эффект света сделали. Прием. Имперский Айрдалтон готов к взлету. Что? А что, вы внезапно бегать научились здесь? Там вы же бегать здесь не могли. Давай, блядь, как в контре, давай, мы обещали Архимону. Эпоха летает? Он летает? Она что, раньше не летала? Я что-то уже забыл.
Это больше не эпоха, это имперский аэродалтон. Ба! Вы лишний багаж. А, она просто телепортировалась вроде. А, ну дуйте отсюда как ветерок. Блять, она еще и стреляет, нахуя. Это ты похуй, да, правильно? Уха-ха! Вы для меня как букашки. Отроди, надо преподать ему урок. Это моя вина. Хрона, верни Хрона. Ты чё, блядь, ебанулась? Вы чё, блядь, с ума сошли? Вы! Вы упоролись? Вы, блядь, упоролись, ребят? Бля, реально как в контре. 300, окей. Но он делает опять эту хуйню, которая пол хп снимает. Так, а противоположной магии. Всех, что ли? Что урчевание лечит двоих или троих. Лечение. Лечение лечит всех, наверное. Врачевание лечит одного. Голем босс. Вперед, голем босс. Че, блять? Мы его убили. Извиняй. Ой. Чё, блядь? Чё за... Что? Что? Это какие-то приколы вообще лютые. Они боссы. Вздох. Хрип. Ах ты паршивый вор. Эпоха работает. Эпоха хорошо управляется. Я откуда знаю? Я в недоумении. Чего? Чего стоите-то, блядь? Самолет сажайте, ёпнуть. Что происходит? Вы что-то будете делать, да? Вы зависли? Что происходит? Я понял, что его всосал в портал. У меня что, игра зависла, блядь, или что? Что? Я нажал какие-то кнопки, и что-то случилось? Ходи, так не ходит, я нажимал. Походу я что-то это... Тогда нажми кнопку X. А какая кнопка X? Блять. Да они просто ничего не говорят. Как бы... Я поэтому не пойму, что происходит. Справедливость. Далтон получил то, чего он заслуживает. Ого, этот корабль может летать. Фантастика. Мы в долгу перед этой машиной. Эпоха в хорошей форме. Эпоха стала птицей. Хрона. Бедный парень. Хрона сильный. Хрона не умер. Женщина-боссмана прям. Хрона сильный, Хрона не умер. Хрона где-то поблизости, я найду его. Чего? Мы же видели, как он умер. В смысле? Чего? Чего, ничего, женщина твоя, видишь? Сыни деревню. Бестию слышу, не узнал. Выспитесь? Да, выспимся. Все втроем в одном стоге сена, блядь. Дешево и сердито. Сам довольный жаб был. Так, что это? А мы здесь бывали? Много товара. Стой.
ты часом не продавец был? Куда ушел-то? Покупайте. Да, он действительно продавец. Меч звезд. Блять. Так, нет. Нет, нет, нет. Коса. Уф. Ёпта мать. Коса. Новый персонаж. Ну ладно. Так, сколько надо брать-то? Два того возьмем. Личный шлем 2. Птичка, это живая вода. Вода маны 13 штук. 800 стоит, ты чё ебанулась? Фляжка маны стоит 2000. Одна штука 30 маны восстанавливает. Вы чё, блядь, ебанулись? Тут такие цены-то, блядь. И у меня их 31. Охуеть, ну. Ну, у тебя уже вечный шлем и вечная роба экипирована. Нормально, я так посмотрел. Вечный шлем. Вечная роба. Вечный шлем. Вечная роба. Есть еще один запасной. Нужен еще один. Наверное. Да-да-да. Я не знаю, пригодится, не пригодится. Что-то вот этого тоже, блядь, на это, конечно, не хватит. Ну ладно. Я просто, ну, если будем реалистами, он, скорее всего, вернется через какое-то время. Сколько посвящен... Несколько посвященных выжил, но теперь они ничем не отличаются от землекопов. Мы-то где вообще? Посвященные, я уже что-то... здорово. Загадочное деревце. Может, когда-нибудь оно поможет изменить наш климат? Да, поможет. Не отчаивайтесь. Я видел подозрительного человека на северном мысе. Северный мыс? Вижу, вы действительно сделаете это. Чё? Ура, ура! Чё? Яйцо Луны, освещенное солнечным светом, в течение тысячелетия становится яйцом Солнца. Солнечные аномалии, зиал, было одно такое. Чем старше яйцо, тем больше энергии оно может впитать. После вашего ухода сюда приходил незнакомец, что-то вынюхивал. Кто раньше не видел человека, искавшего вас? Это был ваш друг? Скорее всего, враг. Рад, что вы все выздоровели. Че? Мы будем настраиваться заново, но теперь придется начинать все с нуля. А тут больше персонажей-то нет, которые, блядь, с косой. Могли нас зачем-то искать. Которые хоть как-то могут помочь. Как его там, Магус, или как его там, блядь, звали, тают? Синеволосый этот пёс, блядь. Ну да, вот он. Так это вы? Магус. Смотрите, все погрузилось в пучину вод. Магическое королевство Зиала, вместе с ним все мечты и амбиции его народа. Да-то я жил там. Тогда я был другим человеком. Ух ты. Предыстория? Давай.
Пространственная воронка. Человек не может контролировать такую силу. Это Гаспар, Бальтазар, Мельхиор. Нет, нас затянет в воронку. Сара. Нет, Янус, держись подальше. Янус? Но... Так, подожди, Янус это мелкий, что ли? Это... Врата времени? Нет. Подожди, третий, что ли, получается? Сара! Как? Янус? Как их там назвали-то? Слово забыл. Мудрецы, что ли, или как там? Ну, Мельхиор, понятно, сюда попал. Это попал сюда. Мы записи его нашли. А это чё? Да, гуру, гуру жизни. Гуру Гаспар. Это... Эй. Здесь ничего нет. Должно быть, я вне времен. Это он, что ли? Стоп, подожди, что? Ты Янус, что ли? Так это ты. Ты тут угрюмый парень. Еба. Это брат Сары. А я думаю, что он все к ней это, блядь, там тихо-тихо. Осторожно. Он ее что-то защищал в какой-то момент. Бля, он брат ее. Это Максим. С тех пор, как временной портал Лавуса выбросил меня в век воин, я ждал момента, чтобы отомстить. Вы мешали мне, когда я пытался вызвать Лавуса в свой замок. А попав в еще один портал, я вернулся домой. Мои знания о будущем помогли мне убедить королеву в том, что я могущественный оракул. Но нигде в мире нет, не было и не будет никакой информации о том, что произошло здесь. И я в душе не знаю, какой день это хронотриггер, абсолютно без понятия. Сила Лавуса невообразимо огромна. Всякий, кто станет у него на пути, встретит смерть. Если вы не отступитесь, вас ждет та же судьба, что постигла беднягу Хруна. Ты осмелился произнести его имя? Он история, не играй с огнем, иначе обожжешься. Прикуси язык, Магус. Хотите драться? Смысл? Нет. Какой смысл драться-то, блядь? Победа не вернет ни Хрона, ни Сириуса. Ну пока. Постойте. Я пойду с вами. Чего? Знаете, должен быть способ вернуть его. Это ложь. Гаспар, гуру времени, знает, как восстанавливать утерянные потоки времени. Это тот, который в этом живет, что ли? Так, подожди. Дай-ка... Ну да, у него коса, смотри. Давай-ка мы его возьмем на минуточку. Так. Что это? Это. Что это? Что-то хуйня. Корабль, что ли, появляется из него? Ебать, привет. Чё, блядь? За босс из Градиуса. Ебать, мать.
Мне кажется, оно зовет нас. Подводный дворец всплыл. Несомненно, они оба зовут нас. Подводный дворец? Невозможно. Я опасаюсь смотреть в чат. Кто-нибудь может мне сказать, могу ли я смотреть в чат сейчас, потому что там маг кричит спойлеры или что-то типа того. И я начинаю это нервничать. Что я сейчас могу увидеть что-то, чего я не должен увидеть. Еще чуть-чуть. Спасибо. Вот теперь я могу чат читать. Привет! Так, чё как? Тёмненько хуйня лететь? Где она, кстати? Солнечная аномалия. То есть это место существует здесь. Окей. Хорошо. Понятно. То есть где-то в прошлом нужно, наверное, будет потом яйцо времени. Это, или как оно там? Ладно. Я, блять, я испугался, сука. Замок тьмы. Ёлы-палы. Пещера. А, всё, разум есть. А куда это? Остров земляков. Ну-ка ты, блядь. Ты гуру, нет? Ну давай, рассказывай. А где тут здоровый паренек с этой... с какой? Эпатажной стрижкой? Блядь. Ужасные новости. Я могу подарить вам только эту песню. Она называется «Памяти Хрона». Это дабкиллер. Жаль, что не могу вам помочь. Мы ищем гуру времени. Гуру времени, говорите? Да, я слышал о нем, но зачем он вам? Он знает, как вернуть Хрона. Вернуть умершего? Не одни вы этого хотите. Хрона должен гордиться, что у него такие друзья. Старый, ты, блядь, это, давай не темни нахуй. И все? Эй! Чё? Ну? Вот, возьмите. И что это? Похоже на яйцо. Называйте его ключом времени. Им таится величайшая сила. При особом стечении обстоятельств он может повлиять на ход времени. Спросите того, кто сделал эпоху. Ваши крылья времени. Как его высидеть? Подобно любому яйцу, это может вылупиться, а может и нет. На ключ времени позволит вернуть вам павшего друга. Результат будет зависеть от того, какие усилия вы приложите вашим деяниям. Ни больше, ни меньше. Помните об этом. Пока Хрона живет в ваших сердцах, у вас есть шанс воскресить его. Понятно, вы это он. Подождите. Вы Гаспар? Гуру времени? Ну, хорошо. Вроде бы меня так называли. Столетия назад.
Ну, очевидно, блядь, что... Как? Единственный, кто вовне времени остался. А чё он отсюда выйти, что не может? Чем проблема-то? Или тебе просто идти некуда? Ключ времени. Айла сильный. Да. Айла идет, да. Здесь скучно. Да, давай. Айла, идем с нами. Пойдем. Так. Хотел сохраниться. Да я думаю, он и был в этом костюмчике. Так, мы тут. Пещера. Я не знаю, что будет, если мы зайдем сюда. Кажется, им еще пизды дадут. Окей. Что за хуета прилетела-то, блядь? Ты что такое-то, блядь? Йо. Неужели до вас еще не дошло? Мы бессмертны, мы будем жить вечно вместе с Лавосом, поглощающим эту планету даже во время сна. Лавос будет править миром через 14 тысяч лет, поглотив энергию планеты. Замок тьмы — это путь, ведущий к Лавосу. Это святыня, которая обеспечивает нас бесконечной энергией, пока правит всемогущий. Ваши мечты безнадежны. Наверное, я что-то погорячился, когда сюда зашел, блядь. Ну, это не точно. Принесите себя в жертву великому Лаусу. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас, короче, узнаем. Есть курить, блядь. Ну не, ну это привет. Полечу.
плывут, блять. Нормально. Сколько ты, блядь, бить будешь, заебал? Трупу. Холма. Ладно, не важно. Все, подумал. Надо куда-нибудь сначала в другое место сходить. Сохранились. Куда идем? Как минимум на корабль. Так, а как тут через корабль-то путешествовать во времени-то? Угу. Вот так вот. Создатель машины. Купол хранителя здесь. Будем искать, короче, ладно. Хроно вне времени. Да. Не спеши никуда. О, ты кто? Здорово! Бальтазар. На пике смерти вы найдете силу, способную восстанавливать жизнь. Но чтобы активировать ее, погибший должен был оставить хороший след в пространственно-временном континууме. А у вас должен быть клон этого человека. Только тогда ключ времени покажет свою силу. Нужен клон? Волшебник? Нарштейн Беклер может сотворить его в мгновение ока. Обожает праздники, так что найдете ярмарку, найдете и Беклера. Окей. Чё, блять? Клон? Короче, ярмарка тут только в одном месте. Какой-то год. Тысячный. Вон тысячный. Так, и клонов. Нет, да. Здесь такое все яркое, радужное, значит, наверное, здесь. Дип. Там, блядь, никто с ума, блядь, не сойдет. Ты не тут часом? Какой-то, блядь, это шаттл был. Не шаттл как-то. Шатер ужасов. Окей. Здорово. Рубожал в лаборатории Норштейна Беклера. Скоро начнется шоу. Так, и чего? Вам нужен клон Хрона? Вообще-то я никогда этого не делал, но сегодня сделаю исключение. Бросьте мне вызов, и я отдам вам клона. Блядство. Пока угадываете, остаетесь в игре, но как шибетесь, платите деньги. Угадываю, что, блядь? Недостаточно монет? Это надолго. То есть мне нужно выиграть серебряный монет.
Охуенно. Год рац. 15 монет за один бой, блядь. Пиздец. Серьезно? Победа. Один раз переебал ему. Победа. Давай счет. Не хочу туда-сюда бегать, блядь, по 300 раз. Айла сильный. Чика глупый. Монеты забирать надо, нет? Победу сделал, монеты не забрал, да? Спасибо. Так, давай пойдем посмотрим, что там происходит. Сука. Так, как бы мне это все записать-то? Управление, даже не помню, какого у меня тут. Скорее всего, несколько попыток будет прям. Так, сейчас подожди к секунду. Уточню, какое у меня управление вообще. Какая еще? Удивление. Какая другая кнопка? Y. 5. Смех. Уверен, что я все правильно понял. Начни, когда услышишь сигнал. И поехали. Так, смех. 5. Чё? Удивление. Стоп, чё, удивление? 1. Вот. Тут сейчас может быть. Мех, как у круг 5. Я возьму 5000. Че, блять? Куда 5000 ты возьмешь?
Клон будет в доме Хрона. А, окей. Тьфу, блядь. Жесть какая-то. Почему именно там? И откуда ты знаешь, где Хроно живет? Здравствуйте. Кто там Хроно? Ну, он в порядке. Надеюсь, он хорошо себя ведет. Передайте ему привет. Конечно. Да. Мы возьмем эту куклу, ладно? Берите. Получен клон. Окей. Стерегайтесь неприятностей. Хорошо. Шапку одень, завел. Кися! Кися! Так. Окей. Есть со времени, блядь. Так, ну мы взяли клона. Возвращаемся. Кто-то прилетел-то, блядь. Подожди. Марли нужна эта игрушка. Как она там говорит, мне тебя не хватает. На пике смерти вы найдете силу, способную остановить жизнь. Но чтобы активировать ее, погибший должен достать... Ну это я все вроде бы... Достаточно. Пришло время отправляться на пик смерти. Единственный шанс спасти вашего друга. Я внес кое-какие корректировки в программу, так что это вам поможет добраться до горы. Отойдите. Здорово. Выполнение программы. Что? Выполнение программы. Птица Говорун. Выполнение программы. Мопс какой-то. Кстати, непонятные какие-то штуки. Эти трое помогут вам подняться на пик смерти. Это конец моего сообщения. У меня есть к вам одна просьба. Это создание уже выполнило свою программу. Дайте ему отдохнуть. Выключите... Включайте на его животе. Включить существо? Да. Что-то грустно. Я убил его, походу. Так, окей, идем на пик смерти. Это страшно не звучало. Это пик смерти, да? Да. Так, я сохранюсь. Пузи блинчиком удал, блядь. Воу! А, ну ты очень помог. Ты очень помог.